Так, ну сейчас будем убегать с горы. Ой, что-то прям так очень все резко, будто бы в игре стало. Слушайте, я вроде не повышал чувствительность, но у меня такое ощущение, что будто бы все стало намного реже. Полтинничек стоит, не знаю. Ладно, посмотрим. Видно будет. Ну, прям будто бы очень резко стало. Так, ну, я так понимаю, нам надо в гору только идти, ногу ломать. Сустав себе вывихнуть хочется. Как-нибудь, в общем, надо слезть отсюда. Так, слушайте, она в какую сторону? Видно... А, ну слушайте, тут уже... Мне слезать надо. Пошла вон псина. Псины такие злые тут бегают. Слушайте, они меня сейчас преследовать будут, походу, весь спуск, да? Сейчас опять на меня заскалится. Собака такая. Там будто бы за камушком кто-то идет. Волчара какой-то. О, господи. Как завыл, я аж испугался. Очень крутой спуск, на самом деле. Вот аж это. Значок появляется, то, что возможно. Так, сытость, все отлично. Возможно себе... Так, а что у меня? Термобелье. Ну ладно. Возможно, могу себе ногу. Суставчик себе вывихнуть. Надеюсь, до такого не дойдет. Совы там укают, акают. Ухают. Так, деревца у нас тут. Березка. Молодая. Первый раз я такой вижу, что береза молодая тут есть. Так, это у нас там. А я вот предлагаю, может быть, мы, наверное, сходим сначала на эту вышку. Через домик, да? Потом пойдем на ту и уже на выход. Вот так вот сделаем, наверное. Пока еда, вода есть. Кстати, вот в домик зайдем, водички натопим. Ужасная погода, на самом деле, для ходьбы. Ничего не видно. Какие-то будут волки тут. Или еще кто? Не увидишь, пока в упор не подойдешь. Так, слушайте, тут надо чаечек попить, да? Пьет. Спасибо, что не жует. Так. Ну, это как капелька в море, да, такая прям, батончик этот. Так, чисто пару калорий в себе пихнули. В ту сторону. Я думаю, может и по льду получится пройти, там, если он достаточно твердый будет. Так, ну, до рассвета пару часов примерно, может час. Ну, по крайней мере... А, кстати, холодно. Такое ощущение, что... как сказать? Ощущение такое, что... Будто бы погода плохая. Ну, знаете, не снег, а... Как вот...
Вьюга, даже не знаю, будто бы вот очень влажно, и из-за этого так вот все плохо видно. Так, ну судя по Маккензи, тут ветер есть. Раз вот когда я хожу, тут появляется укрытие от ветра. Так, надо, наверное, максимально по берегу идти, потому что... Что-то лед какой-то мне прям не нравится. Последняя шашка, ребят. Камушек. Так, слушайте, я, наверное, с фальшфейером похожу, да? Хорошо тогда, если что, волчара в него кину просто и все. Никогда бы не подумал, что я все сигнальные эти отстреляю себе. Не просто так нам винтовочку дали в начале, видимо. На свинток еще попасть надо. Олень, ты что, завис так в наклоне? Ё-моё, да ты умер! Он сломался, походу. С горы упал. Слетел и все, хана ему. Ужас. Ну, выживает сильнейший. Ничего не могу другое сказать. Ага, лед, лед. Все, все хорошо. Вовремя ушел. Один раз в одиночке так вот заходил тоже. По льду решил пройтись. В итоге я в нем... Так нормально поплавал. Раз, наверное, туда 10 окунулся, пока пытался убежать. А слез я при этом с камня с высокого. До берега мне приходилось где-то метров, ну, 15-20 бежать. Ну, понятное дело, там лед обваливался. Иди отсюда. Я отсюда говорю. Чё, страшно, да? Напасть хотел. Стрельнул так все, да? Сразу. Смелость пропала. Волчок. Так, а это, слушайте, тут что такое, бараки были? Без крыш все. Ну, видимо, очень старые. Металлом, всякие ящики тут. На, блин. Ну чё ты где? Убежал, что ли? Или меня обходит? Этот человек не глупый, я если надо и стрельнуть могу. Так, бараки тут, да? Вот интересно, что тут можно найти. Вот эти волки мне особо не дают. Чё, посмотреть? Вот он. Причалик даже куда-то идет. Видимо, напрямую до домика, видимо. А домик, возможно, не один. Там, может быть, по соседству есть. Просто один целый. Надо, аж подумал, замороженный мужик. А потом думаю, ага, да, какой. Тут бы они его сгрызли по полной. Все, отстаньте. Обнаглевшие. Похавать меня хотят, смотри. Свинца поешьте. Сначала один поел, потом второй поел.
Так, слушайте, а тут у нас бревно. Там вот как-то такой заход прям неудобный, неприятный. Так. Написали мне. Так. Написали, все. Так, вопрос другой. Мне, видимо, надо будет... Ага. Все отлично. Я надеюсь, тут... Блин, прям гора уже рядом. Ах, черт. Так, это у нас... А бейсбол на чё? На боль. Сейчас так все повязки уйдут. Только не на всякие раны, а вот именно просто на растяжки, там, на вывихи. А у меня вообще остались они? Сейчас вообще... Ага, вообще нету. Ну всё, сейчас в доме найдем шарфы какие-нибудь, на повязки их разорвем. Пошел, блин, в гору, называется. Холодно, блин, спать хочется, ничего не видно, есть охота, пить охота, ну вот прям все как надо. Ну это еще пока не особо охота, но что есть, то есть. Так, ага, нет, я оттуда прыгать не буду. Слушайте, я, наверное, вообще на гору в лес сейчас спуститься не смогу нормально, да? Повезет же мне. Так, ну риск, растяжение, болезнь. О, ой, светает, ё-моё, наконец-то все видно. Мне тут прям спуск хороший, там олень ходит даже. Вон домик у нас, да, единственный, видимо. Не, ребята, я вас пока есть не буду, еда у меня есть. Еды, если бы не было, я бы вас, возможно, бы и зажарил. А так пока я не вижу смысла. Так, семейная ферма старого Спенса. Блин, это ферма всего лишь. Я-то думал, дом. Уголь есть зато. Давай уголек возьму. Еще раз топкой за ней. Ой, ё-моё, я-то думал, тут дом. Так, а чё у нас тут вообще вон там? Ну там затоплено, там ночевать никак вообще нельзя. Ох, весело, я походу попал. Так, металлолом, да? Чё, берцы хорошие, да, наверное? Создан специально для военных, жаль, что не для холода. Так, нет, 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 это нам не надо тогда. Шкафчик номер 5. Поношенная шинель. Зимний вариант традиционного военного плаща, никаких супер... Так, современных материалов, но прочно есть, не занимать. Так, ну давайте возьмем, металлом оставлю. I'm gonna have to leave something behind. Так, тут буржуйка. Отлично. Какой горн? Какой горн? Не просто печь нужна. Кстати, повязки, может быть, будут. Нет, повязок не было. Слушайте, ну я же могу тут погреться, в принципе. Палочкой вот так раз задорили печку, да? Добавить топливо, да? Уголек там. Ну, слушайте, тут греется, греется хорошо. 3 часика, да, могу поспать? Сейчас еще поспим. Все, в топочку закинули, отлично, так. Мы сейчас старенькая что-нибудь, а? Пыльная там, ржавая банка. Ну давай, чё она так ржаветь то будет долго, да? Лучше покушаем, давай съедим вздутую банку персиков. Ну чё же еще, лучшая еда. Так, воду выбрать, в кастрюльке замутим литр себе, да? Все, ладно. Something's gotta go. Так, еще посмотрим, что есть тут. Вон, ящики какие-то. А, тут оказывается... Нужно даже поспать где-то, да?
Шерстяная шапка. Не, спасибо. Персики. Тут свинина с фасолью возьмем. Виноград вот это возьмем. Персики уже сейчас поел. Спасибо, не надо. Так, инструменты, да, у нас? Банки выбрасываем. Смысла от них нету. Так, ну что тут? Вот эти батончики все сгрызем сразу, че? Как быстрый перекус даже не особо. Крекеров съедим кучу, да? Воды сейчас обопьемся. Так. До готовности, да? Возьмем. Так, согревание закончилось, да? 101. 4 часа у нас есть. А, думаю. Наверное, лагерек. Лагерек, точнее, спальничек положить. Так, поищем инструментики какие-нибудь. Тяжелый молот, точильный камень, нет, это все уголь, высушенная кожа. Не, спасибо. Вот это нам надо. Так, ну, все остальное, ну так. Металлоломы всякие. Верстачок есть. Так, ящик пустой только, видимо. А, пустой. Пустой ящик. Часа 4, наверное. Ай-яй-яй, ну ты чё? Маккензи, ё-моё. Так, ну прям какой-то риск растяжения постоянно висит в воздухе надо мной. Ну, думаю, часов 5, наверное, даже поспать можно будет. Калории наели, так что думаю, все нормально будет. Так, все, поднимаем мешок. Водичку. Готовить не будем, у нас есть. Вот так прям попьем с бутыля. Сколько у нас полное, если будет? Литр, наверное, да? Ну, полтора. Ну, 66, нет? Немного. Это немного, это хорошо. Так, ну 19 минут у нас в печке. Можем, в принципе, посмотреть, что бушлатик там у нас дает. Так, это у нас приличная куртка, да? Так, а действие, если мы ее отремонтируем, нельзя, да? Так, а с той шапки мы, кстати, что можем взять? Блин, там кровать была, а я на спальнике валялся. Ну ладно. Новая потрепанная. Еще действия какие у нас? Ткань собрать одну можно. Все отлично. Одна ткань есть. Ну, если что, пока куртку с собой поношу. Еще что-нибудь найду. Я залатаю. Так. Вон та вон, да, у нас вышечка, все. Все, сейчас туда двинем. Вот эти ребята меня сторожили своим мясом. Ай, блин, чуть не налетел на меня. В случае чего бы их там это... Погонять бы начали, а я бы проснулся. Опять палки, кстати, надо собирать. Так, а я кастрюлю забрал? Меня больше всего это интересует. Да, все, кастрюля со мной. Синяя штука, но это был камень. Так, ну думаю, может быть, даже сегодня получится и до третьей вышки дойти, но это не факт. Ох-ох-ох. Нелегка работа. Поиск вышек. Ой, блин, потом столько идти, это же вообще ужас. Я еще постоянно груженный. Потому что голодный. Так, а еще у меня, наверное... Ну да, у меня килограммы не уходят, потому что постоянно надо ходить туда-сюда.
Эти револьверные гильзы бросим, что нам от них толку-то? Holy shit. Okay. This time I'm ready for you. Come on, you big bastard. Ну все, сейчас мне хана, походу, будет, да? Уф! На, держи. Говнюк, говнюк такой. Смотри, а не отпускает. А, блин! Все, походу, у меня хана сейчас будет, да? Смотрите, что делает засранец. Я же ничего не могу сделать. Он просто меняет. Он просто жестко надо мной доминирует. Я умер от потери крови. Прикольно. А, слушайте, сохранение было? О, классно. Классно, классно. Смотри, он сейчас же меня в покое не оставит, да, я так понимаю? Смотри, он просто появляется в рандомном месте. Ну что это за фигня такая? Давай, давай, быстрее, 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 пока не подрал. Пока не подрал. Он через меня решил побежать, засранец. Он сейчас, походу, это будет меня атаковать постоянно. Смотри, смотри, опять бежит. А я не успел. Как так-то? Ё-моё. Мне ж хана. Я не могу на паузу нажать. Ну да, он сейчас меня прям убьет. Ну да, он меня... Все, это бешеный медведь какой-то, прям ужас. Он сразу прям нещадно убивает. Вот поэтому здесь кузнечный горный, походу, есть. То, что он копье ломает, видимо, об себе постоянно. Так понимаю, он сейчас опять... А, вон он ходит, смотри. Holy shit. Okay. This time I'm ready for you. Быстрее, 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 давай, давай, давай. Чуть дерет меня, смотри, засранец. Иди отсюда. Он к вышке бежит. Ну что за медведь такой, а? Упоротый. Ты вот пока это себе не раздерешься, не успокоишься, да? Дурной медведь. Смотри, смотри, опять. Иди отсюда. Смотри, два раза уже прокол сделали, а? Все равно сейчас опять побежит, чувствую. Смотри, смотри, опять идет. Смотри, вот он пока... Видимо, мне кровь не пустит, он не успокоится, да? Иди отсюда. Все. Три раза, видимо, для него это... Фух, лицо на месте.
Да там, блин. Значит, я еще жив. Ой, ты, блин. Ужас. Это вроде и прикольно, а вроде и не очень. Блин, тут аккуратно надо слезать. Блин, нас прикольно, можно ногу сломать себе, подвернуть там все как надо. Так, а здесь какие-то льдины прям не очень хорошие на вид. Надеюсь, тут еще по снежку иду, все нормально будет. Так, а, слушайте, копье не поломалось даже, на удивление. Я думал, надо будет его там постоянно смотреть за ним, там еще и ухаживать. Там. Ну, вроде спокойно, нормально все. Ой, этот звук хруста мне прям не нравится. Как на льдину встаешь. Ой, ужас. Медведь напал, теперь копье не буду выпускать из рук. Еще и топать до этой вышки. Пока дойдем, уже постарею лет на 10. Еще ногу еще сломаю. Об этот, блин, холм. Как хорошо, что уже наступает весна. Полноценная. Если можно так ее назвать. Ну, у меня до сих пор, в принципе, на дорогах вот такое вот, что здесь. Можно ли это назвать весной? Там уже, мне кажется, зависит от определенных регионов. Во-во-во-во-во, не прыгай так. Ты же прыгать-то не умеешь, еще и прыгаешь тут. Еще мимо состава, видимо, пойду. Сейчас от медведя отбивался, сейчас будут волки. Я ж надеялся, тут копье для касс-сцены понадобится, а не вот это вот ужас. Отбивание. Слушай, на всякий случай сохранюсь. Это мало ли. Медведь не подрал, так сейчас волки подерут. Кролики, олени там. Не знаю, кто. Кому я еще понравлюсь. Качество наживки. Заколебал ты, как старый пенсионер. Постоянно выдыхаешься. Ну, я могу его, в принципе, понять. 40 килограммов на себе тараканить. Не лучшее удовольствие. Ну, кстати, там вот эта вышечка есть, которую в тот раз смотрели. Можно на нее сходить. Из примечательного здесь больше ничего нет, вообще ничего. Главное, чтобы я потом смог... А, ну да, я смогу, видимо, перейти потом. Хотя нет, наверное, не смогу. Очень много льда. Так, нижний скрадок. Тут, видимо, какой-то термин. Батончиков тогда возьмем, антибиотики, что-то. Оружейный патрон. О, оружейные патроны. Тут на волков пригодятся, я думаю. Дровишки я бы взял. Хотя одно полено можно взять. Мало ли, вдруг опять придется разводить огонь и под небом открытым спать. На теплом снегу. Так, ну чуть-чуть осталось, в принципе, идти, но отсюда ее не видно пока, эту вышку. Думаю, в ближайшее время ее уже будет видно. Сейчас главное не напороться на волков. Или опять на медведя не попасть. Ой, это ветер тут был. Я думал, волки рычали. Ох-ох-ох.
Не, интереснее ходить, когда дома всякие, там, постройки. Тут просто переть по этой тайге, ну, как-то такое себе. Ничего интересного нету. Не на чем свой взгляд приковать. Еще ветрище дует. Как бы не мне пришлось всю гору обходить, блин. Тут как-то на карту посмотришь. Ой-ой-ой-ой. Вот и он. Ну давай, давай. Я уже заколебался бегать от вас. Да на, получай, засранец. Пули не испугался, значит, пулю хотел в лоб получить. Так, палочку я вроде еще одну брал, но всякий пожарный. Так, ну, судя по вою, тут один только волк в округе был. Все остальные, видимо, там дальше где-то ныкаются. Да может, теми выстрелами я их всех распугал. Черт его знает. Хотя они какие-то бешеные здесь. Что стреляю, что не стреляем, вообще параллельно. Они по второму кругу могут на тебя забежать. Завать. Река так замерзла. Мне кажется, такая река никогда не замерзает. Странно. Ну ладно. Ну да, это, видимо, родник. В роднике разве замерзают так? Интересно. Так, а вышка. А вон она. Ё-моё, на самую гору топать придется. Не, ну думаю, ребят, можно на вышечку подняться. Там, я думаю, переночевать и уже потом топать до Джеремии. Еремии, Джеремии там. Не помню, если честно, как мужика зовут, но вроде бы так. Это может быть не точно. Может быть, я уже забыл. Просто ему название выдумал. Так. Джереми подумал, как Маккензи. Так, все, Джереми, все-таки Джереми. Еремия, там, Джеремия. Джеремайя. Все имена перепробовал, все поисковерковал. Может, Маккензи спать хочет, блин. Мужик, какой спать? Мы с тобой бредем по лесу. По скалам, по холмам. Это был нехороший звук. Как бы не медведь, лучше уж волки. Хотя то тоже фигня полная. Так, сохранюсь-ка я лучше, на всякий случай. Кто там ходит? Да ё-моё, опять ты! Ты меня задрал. Да на, получает этот... Ты это грёбаное копье в своё поганое сердце медвежье. А я-то думаю, так тихо ходит, не воет, ничего. Видимо, да, опять этот засранец захотел тут попробовать меня укусить за нежное место. Давай, давай, поганец. Давай, давай, давай. Ва, изодранная одежда. Это фигня. Главное, чтобы кровь не пустил. Смотри, он же опять придет. Смотри, вот что это такое? Чё, иди отсюда. Смотри, он кровью истекает, ему вообще по барабану, он бешеный. Это не голод, это охота прям конкретная на меня ведется. Все, все, отлично. Иди отсюда. Да чтоб ты с оврага кубрыкнулся, засранец. Бейсбол, повязки, фальшфейр, лесканья, ткань.
Ткань возьмем. Труд мне, спасибо. Труд у нас есть. Березовая кора. Так. Так, леска вроде была уже. Нам не нужна она. Так, сейчас самое веселое будет. Надо разжечь же костер будет. Как минимум хотя бы. Так. С ящиков что-то металлолом всякий-то. Что-то тут еще в этом ящике. С повязкой, металлолом, мне спасибо. Так, что делаем? Думаю, возле ящика костерок можно соорудить. Костерочек такой небольшой, да? Горючий туда кинуть. Разжигаем. Слушайте, уголек у меня. Добавить топливо. У меня вроде уголька было много, вот, да. На 6 часов. Так, тут ничего не надо. Время, ну, такое уже. Надо спать. Желательно, конечно. Если получится. Персики давайте там сделаем. Пока вот это все горит, готовится, я, наверное, починю одежду. Потому что если она изодрана, это очень плохо. Только какая... Вот, может, эта одежда изодрана у нас? 50%. Ремонтируем. Удочкой? Не, это уже слишком... Ну, то все, еще времени много. Так, 78, 98, 99, 84, 83. Ну, в принципе, ну, перчатки, варежки наши. Можно отремонтировать, да? Блин, несъедобно, ё-моё, передержал. Так, ну тогда фасоль пусть готовится. Сейчас всю еду это просто испоганю. Так, согревалово готовим. Выбрать. Кофе давай. Слушайте, может сейчас на кофе тонизайс получим и все. Сейчас чашечка кофе. Бонус согрев, все так, готовим еще кофе давай. Выпиваем. Так, готовим еще. Че. Так, а слушайте, у нас же еды всякой там много. Вот такой типа, да. Арахисовые пасты всякие там. Так, слушайте, я даже поднял. Усталость снизилась. Слушайте, ну это вообще классно. Я думаю, можно еще, наверное, просто чуть-чуть поспать, прям очень чуть-чуть. Там буквально часик, наверное, да, поспать чисто. Так вот чуть-чутка. Надо такой бодрячок поднять. Все, и в такую погоду, в принципе, двигаться можно. I'm not sure I can carry much more. Так, ну давай еще кофеек себе сделаем. Вечно на кофе мы, конечно, не продержимся. Но хотя бы тонизирующие свойства мы получим. Ну, отлично, все. Так, а воды у нас сколько, кстати, есть? Что у нас по воде? Воды у нас хватает еще нормально. И да, вода, все это есть. Отлично. Так, ну все, на этом я сохранюсь, думаю. И уже дальше мы пойдем до вот этого вот переходика с вами.
Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всем пока. Всего вам хорошего.